Поздравили с наступающим праздником. В Вятской филармонии прошел концерт «Поздравления для женщин». Кировчанкам слова благодарности и признательности сказали руководители городского и областного парламентов, а также глава области. На концерте побывала и наша съемочная группа. Начался предпраздничный концерт с композицией от Кировского военного оркестра «Северная звезда». В зале филармонии в этот предпраздничный вечер был аншлаг. Здесь собрались десятки кировчанок различных профессий и возрастов. Для всех пришедших и звучали со сцены перед началом концерта слова признательности. Губернатор Кировской области Игорь Васильев, обращаясь к дамам, отметил, что день 8 марта, цитата, «по традиции наполнен комплиментами и цветами, яркими красками и самыми добрыми словами в адрес всех женщин». Мам, жен, сестер, дочерей, а также коллег по работе. Дорогие дамы, вы умудряетесь успевать все на свете. И при этом умудряетесь еще и оставаться отзывчивыми, яркими, обаятельными. Спасибо за ваш неутомимый труд, доброту и любовь. Вы согреваете наши сердца, создаете уют и комфорт. Вы наше самое большое богатство. Помните об этом всегда. Глава областного заксобрания отметил, что на Вятке живут красивые и душевные женщины с сильным характером. Поздравляю самых лучших на свете женщин вас с наступающим праздником. Желаю вам всего самого доброго. Самое главное – любви, и пусть всегда рядом с вами будет надежный мужчина, которого вы выбрали в своей жизни. На концерте для гостей праздника звучали лучшие произведения, которые исполняли только мужчины. Кроме оркестра «Северная звезда» на сцене выступил гитарист Виталий Кис и заслуженный артист Республики Карелия Владислав Косарев. Жаль, что на свете всего только два слова, всего только два слова, всего да и нет. Ирина Сырцева, Александр Нестеров, Бюро новостей «Давич».